Каждый, кто бывал на соревнованиях по боевым искусствам, будь то дзюдо, карате, шоринджи кенпо или вушу, видели, что всякий раз перед выходом на татами или на ковер спортсмены выполняют традиционные, иногда очень интересные, замысловатые приветствия. Сегодня мы поговорим о приветствии в таком виде единоборства боевого искусства, как вушу. Как ни странно, простое движение, которое спортсмены демонстрируют перед выходом на ковер, имеет достаточно глубокие корни. Его древняя форма, то, что вы видите сейчас, это форма современная, его древняя форма выглядела таким образом. В этом был довольно глубокий эзотерический смысл. Вот это положение пальцев, переплетенных больших пальцев, символизировало инь-ян-ту, то есть символ инь-ян, который олицетворяет собой единство и борьбу двух противоположных начал – светлого, активного и темного, пассивного. Вообще этот принцип встречается во всех практически школах китайского вушу и лежит в основе даосской натурфилософии. Прикрытый правый кулак, а именно его прикрывает левая рука, символизирует отсутствие агрессии и нежелание начать атаку. При этом, если при встрече двух мастеров они приветствовали друг друга, выполнялся шаг назад. Если же происходил поединок двух мастеров после приветствия, и вместе с ним выполнялся шаг вперед. Приветствие выполнялось на уровне груди. С Шаолиньским монастырем все обстояло значительно проще, поскольку это был буддийский монастырь, основа и колыбель буддийской секты или направления, которое называлось чань, по-японски дзен, то приветствие выглядело таким образом. На самом деле, даже в этом сложении ладоней, столь характерном для многих религий мира, был свой буддийский особый смысл. Вложенные внутрь ладони большие пальцы призваны были символизировать пустоту, находящуюся в центре ладони, в соответствии с философией, изложенной Нагарджуной в трактате о пустоте.